Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 20 декабря. Обросим. Николин батька. Зима суровая, весна ненастная, а лето жаркое. Зимнее тепло, летний холод. Снег плотный и мокрый к влажному лету, сухой и легкий к сухому. Солнце в туманном кругу, жди пургу. Солнце заходит в облака к снегопаду. С этого времени и до самого новогодия на вечеринки, пирушки и веселые братчины накладывался по всей Руси своеобразный запрет, нарушать который желающих, как правило, не находилось. Мужики самостоятельные, серьезные, всегда заветы отцов своих строго соблюдали. Поэтому, не мудрствуя лукаво, а руководствуясь тем, что Амбросим все праздники отбросил, шли, засучив рукава, в авины оставшиеся хлеба домолачивать. А управившись с этой работой, торопились в хлев матушку-коровушку проведать или в сад-огород посмотреть, все ли там в порядке. А бабы в этот день садились за шитье. Обычно перед началом работы обращались к Богу за благословением начать дело, а во время шитья приговаривали: «Наперед стежка к Богу обратись, наперед шитья Бога славь». Что же представляла собой одежда русского крестьянина? Зимой это был овчинный тулуп или полушубок, иногда подбитый медвежьим мехом кафтан с оборками сзади. На голову надевали теплую шапку с овчинным околышем, оторочкой. Отправляясь зимой в дорогу или заниматься извозом, крестьянин надевал малахай, овчинная дубленая шапка, а ноги обертывал шерстяными онучами, портянками. Кто побогаче, ходили в валенках. Руки от холода защищали шерстяные варежки домашней вязки, поверх которых надевали рукавицы из дубленой овчины. Летом крестьяне носили пасконную, то есть коноплянную, или льняную рубаху, которую подпоясывали скрученным из шерстяных ниток шнурком. В повседневный костюм ходили порты синего цвета, онучи и лапти. Зажиточные крестьяне ходили в сапогах. Юноши наряжались в красные, кумачевые или цветные ситцевые рубахи. Сверху надевали армяки, одежда в виде халата из толстой грубой ткани, которые подпоясывали красным кушаком, широкая тесьма или полотнище ткани. Женские наряды были значительно разнообразнее мужских и в зависимости от местности сильно отличались друг от друга. Но все же существовали и общие для всех нарядов вещи. Крестьянки в будние дни носили синие холщовые сарафаны с передниками. На голову надевали шелковый платок или кокошник. На ноги – коты – это женская обувь в виде сапожек или башмаки. На праздники небогатые крестьянки одевали китайчатые или кумачные сарафаны. Китайка – это бумажная блекло-желтая ткань, которую когда-то привезли из Китая. Кумачная – тоже бумажная ткань, чаще всего алого, но иногда и синего цвета. Иногда такие сарафаны украшались спереди вышитыми шелковыми нитками-пазументами. Деревенские девушки ходили с непокрытой головой и распущенными волосами, в которые вплетали ленты. А вот по ведическим традициям девушка с распущенными волосами была очень редко, например, при совершении определенных таинств и обрядов. Девушкам с малолетства волосы заплетали в одну трехлучевую косу, ибо это символизировало объединение жизненных сил миров Яви, Нави и Прави. Коса располагалась вдоль позвоночника и считалось, что все светлые вселенские силы через волосы переходят в позвоночник и наполняют тело, душу и дух девушки особой жизненной силой, подготавливая ее к будущей священной миссии – материнству. Когда девушка выходила замуж, ее девичью косу расплетали, и взамен ей заплетали две, ибо с этого времени она получала через волосы, собранные в косы, жизненные вселенские силы не только для себя, но и для будущего ребенка. На Руси женщины обязательно закрывали голову повойником. Сорвать головной убор считал страшнейшим оскорблением, а простоволоситься – значит опозориться. Волосы бывают не только разных цветов, но и различного строения – толстые и тонкие, прямые и кудрявые. Тонкие говорят о многогранности человека в связи с небом,
то есть возможности ловить широкий диапазон волн. Жесткие, толстые волосы у человека более простого, с постоянным диапазоном. Люди с тонкими волосами легче восстанавливаются после любых испытаний. У кучерявых волос велика возможность помех, завихрений, в результате чего их обладатели отличаются повышенной эмоциональностью, стихийностью. При поседении меняется структура волос. Считается, что пока человек не седеет, он живет своей жизнью. Но как только появляется седина, включается резонанс с другими людьми. В индуистской мистической символике волосы, подобно паутине или нитям пряжи, обозначают силовые линии Вселенной, пронизанные волосами Шивы, могущественного бога. Древневосточных и античных богов, евангелистов и апостолов чаще всего изображали с длинными волосами, что указывало на их физическую стойкость и духовную твердость. Считалось, что именно в волосах обитает душа, и если их отрезать, то человек может лишиться психической и физической силы. Так, согласно апокрифической книге «Бытия небеса и земли», Самсон, ветхозаветный герой, носил длинные косы, дающие ему богатырскую силу. Когда Самсон нарушил данный им богам обет безбрачия и полюбил Далилу, он, будучи хмельным, открыл ей тайну: «Если остричь меня, то отступит от меня моя сила». Коварная возлюбленная дождалась, когда мужчина уснул, и состригла с его головы 7 кос. Самсон тотчас ослабел, чем и воспользовались его недруги. Обрезать волосы – значит изменить свою жизнь. Это хорошо знали в старину. Волосы, иногда говорят космы, источник нашей космической силы. Значит, все, что с ними происходит, меняет русло незримой реки, которая омывает нас своими волнами. Поэтому любое воздействие на волосы может изменить в ту или иную сторону не только наш внешний вид, но и всю нашу жизнь. Наверное, с этим же мистическим отношением и накоплением в волосах энергии жизненной силы связана давняя примета – не стричь волосы беременным женщинам. Детям до 12 лет даже кончики волос не подстригали, чтобы не состричь ум, постигающий жизнь, законы рода и мироздания, чтобы не лишить их жизненной силы, даруемой природой, и обереговой силы. Подравнивание кончиков волос на длину не более 1 ногтя у молодых людей старше 16 лет совершалось для того, чтобы волосы быстрее росли, и это деяние можно было совершать только в дни новолуния. Расчесывание волос было своеобразным священным ритуалом, во время которого можно было прикоснуться к космическим потокам и почувствовать в прямом смысле этого слова нисходящие с небес потоки жизненной силы. Совершался священный ритуал при помощи гребня, изготовленного либо из священных металлов, либо из ветки священного дерева. Детям в малом возрасте волосы расчесывали их родители, потом они делали это самостоятельно. Доверить расчесывать свои волосы могли только тому, кого хорошо знают и кого любят. Девушка могла позволить расчесывать свои волосы только своему избраннику или мужу. «Не стригите свои власы русые, власы разные, да с сединами, ибо мудрость Божию не постигнете и здоровье потеряете». Да пребудет мудрость в родах ваших, славяне! Братья месяцы.